Понятно, услышал. Еще, может быть, вопрос, наверное, к Денису Геннадьевичу, да? Прозвучало несколько раз слово «удобство», «комфорт», «ГИСИП». И вот у меня, честно говоря, вопрос аккредитации. Если это будет проходить вне ГИСИП, в какой-то другой системе, это значит, что парки должны заполнять какие-то сведения, там будет много форм электронных, да, и прикреплять какие-то документы. Как сказал там мой коллега, даже говорит, интеллектуальный копипаст требует времени, усилий. И у нас куча разных порталов, в которых мы вносили информацию, да, разное время. Региональное агентство инвестразвития, собственный парк, там, сайт управляющей компании, да, Минпромторг, Минэк региональный и так далее. Все это, естественно, не синхронизировано, все требует актуализации. Да. А у меня возникла мысль, почему, например, это не сделать, ну, скажем, в той же самой ГИСИП. На мой взгляд, процедура могла бы выглядеть следующим образом. Мы все равно там заполняем поля, мы все равно там вносим данные по нашей энергетической мощности, свободным площадям, все что угодно. Да? Можно предусмотреть там, что называется, скрепочку, да, к которой прикрепляется подтверждающий документ. Да? И на мой взгляд, нажатие кнопки «Подать на аккредитацию», например, в том же самом ГИСИПе, отправляло бы, например, к специалистам, которые проверяют это. Сперва какая-то там формальная проверка, что называется, простой чек-лист. Да? То есть соответствует ли цифра, которая указана в поле, документу, который приложен. Если формальным требованиям не соответствует, отклоните и там, извините, как бы дополните. Да? Второй момент, раз уж мы затронули синхронизацию, мне бы, конечно, хотелось, чтобы остальные пользователи информации, статистика, ФНС, региональные органы власти пользовались данными одного какого-то ресурса, прошедшего все-таки какую-то верификацию. Допустим, это будет единый госресурс, допустим, это будет ГИСИП. Да? Потому что даже сейчас, извините, зайти куда-то на сайт, нам предлагают варианты зайти через Google, зайти через Яндекс, потому что там есть же аккаунты, мы уже ну, с количеством аккаунтов. Вот это для упрощения такое вот как бы предложение. Я, может быть, даже не ответа сейчас как бы прошу, просто просил бы об этом подумать, потому что это тоже ну, телодвижение, тоже ресурсы, и тоже раз уж мы говорим о единой, актуальной, верифицированной какой-то системе, да, там, ну, вот об этом спасибо. Ну, вот Виталий Павлович уже сказал о том, что в связи с получением патента одно из них касается того, что мы сделали единую систему мониторинга. Мы поменяли ГИСИП. И сейчас начали двигаться вместе с ними по развитию, чтобы наша общая система. Дальше создание юридической комиссии с другими ведомствами. Также все туда, условно говоря, под стигом со своими объектами проходить. Каким образом это сделано? Мы это и соглашение от социальных сетей в качестве обязательного условия получения ключей в рамках наших выездных мероприятий, федеральных кругов с региональными министрами, их попросим настойчиво, так скажем, и этой системы пользоваться. Но для того, чтобы это все делали синхронно, мы также постараемся следить федеральный хаб за этой системой и распределение правительства. Все регионы, где органы власти пользовались и обеспечили социальные силы, которые там. Ну, а Сергей, еще небольшой комментарий с моей стороны. Ты абсолютно правильно отметил, что мы много раз одну и ту же информацию в разные окна забираем, как мы можем не сменились, но окон все равно много. И социальных сетей много, ты сейчас привел пример, там есть Facebook, есть там Instagram и так далее. И это не значит, что чем больше тебя в разных таких историях, тем, наверное, лучше. Поэтому хоть мы и получим синхронизацию единой базы данных, но окон все равно останется много разных путей, как ты будешь информацию региональным субсидиям, ассоциации, все. Поэтому мы, например, понимая это, предусмотрели, вот, ну, цена АИ знает, что мы сейчас выпускаем разработку нового портала «Образовательный парк России», и вот это как раз будет продвижение информации. Так вот, первое, что мы сейчас закладываем в техническом уровне, это возможность всего интеграции с системами. И следующий сейчас мы как только прототип получим, я приду к Виталию Павловичу, скажу: Виталий Павлович, согласуй, пожалуйста, чтобы мы сделали у себя кнопку «Загрузить данные в ГИСИП». Просто одним нажатием все, что ты запомнил, весь твой профиль, это то же самое, как на некоторых сайтах зайти через Facebook. Ты просто на ГИСИП нажмешь кнопку, и туда выгрузится все, что ты раньше заносил и так далее. Мы это изначально технически предусматриваем. Ну и если согласие будет, то, соответственно, и в обратную сторону можно будет не делать. Это просто способ продвижения информации от клиентов. Здравствуйте. Радыгина Светлана, индустриальный парк развития. Олеся Анатольевна.